На территории Центрального округа Росгвардии, за стенами этого здания, собраны и бережно хранятся сотни тысяч документов. В них, за сухим текстом и цифрами, можно увидеть судьбы людей, боевые пути подразделений, летописи воинских частей. Это место, где живет история. Центральный архив войск Национальной гвардии Российской Федерации. Мы находимся в Федеральном государственном казенном учреждении Центральный архив войск Национальной гвардии. Архив осуществляет хранение, учет и использование архивных документов, образующихся в процессе деятельности войск, тем самым сохраняя их историю. 13 февраля 1961 года выходит приказ о создании архивного отделения при первом отделе внутренней и конвойной охраны. Эта дата считается днем образования Центрального архива. Идет время. Меняются наименования и организационная форма. Но главная задача архива остается неизменной – сохранение исторической памяти. В Центральном архиве находится более 200 тысяч дел постоянного и временного сроков хранения и более 90 тысяч послужных карт офицеров. Отдельные документы являются частью архивного фонда Российской Федерации. Все фонды архива учтены, систематизированы и бережно хранятся. В архиве полным ходом идет процесс оцифровывания документов, что позволит вывести из оборота их подлинники. У нас собраны коллекции исторических формуляров воинских частей, личных дел военнослужащих и сотрудников, коллекции личных фондов, фототек, печатных изданий, многотиражных печатных изданий и послужные карты офицеров, уволенных из войск. Документы все в архиве, они учтены. Каждая воинская часть относится к определенному фонду. Когда документы принимаются, они описываются в описи, комплектуются они вот в такие короба, в соответствии со своим фондом. Если приходит какой-то определенный запрос, там, подтвердите мне службу, например, просит там бывший военнослужащий. Я служил в таком-то году, там, в такой-то, ну, образно говоря, части. Подтвердите мне. Значит, исполнитель получает запрос, приходит в одно из хранилищ, начальника архива, он называется архивной группы, выдает документы, подбирает соответствие с этим запросом. Екатерина Владимировна, поступил запрос из отдела по делам. Ежегодно Центральный архив войск Национальной гвардии Российской Федерации обрабатывает тысячи запросов социально-правовой направленности. В зависимости от характера заявления подтверждаются сведения, касающиеся прохождения военной службы. Очень много военнослужащих, которые выполняли свою служебно-боевую задачу в горячих точках. Бывает, что какие-то военнослужащие погибли, и теперь обращаются их родственники с просьбой установить судьбу или найти какую-то информацию, которая поможет им реализовать какие-то определенные льготы от государства. Вот это самые, конечно, можно сказать, в кавычках, тяжелые запросы, прежде всего моральные, потому что, да, ответственность, конечно, огромна. Товарищ полковник, представляю запрос в количестве 49 штук, исполнен сегодня. На контроле остается 20 запросов. Сергей Алексеевич, молодцы. Попрошу запросы, которые остались на контроле, исполнить в кратчайшие сроки. Есть, исполнить. Самый интересный запрос для меня лично – это восстановление военного билета. Там очень много нужно подобрать информации, нужно найти службу человека полностью, начиная с призыва на срочную службу и до момента увольнения с военной службы. Это может быть не только год или два, это может быть и 20 лет. Нужно было подобрать присвоение всех воинских званий, перемещение по службе, по всем должностям, награды, которые человек получал в процессе своей службы. Это все приходится долго и тщательно выискивать среди множества томов архивных документов. Удовольствие от исполненного запроса полностью и точно, это дорого стоит, конечно. Когда сюда пришла, я поняла, что я делаю очень важную работу, и что от меня очень многое зависит. То, как я отвечу на запрос, то есть все те сведения, которые я нахожу, это очень важно. То есть это помощь людям. Ходя домой, подсчитываю, да, сколько запросов сделала. Если у меня получается сделать много, то я очень рада.
А если там мало, то я, конечно же, расстраиваюсь. И утром я, когда иду, да, я даю себе какую-то установку, что я сегодня должна сделать по максимуму. Бывает так, что на наши ответы приходит благодарность от людей. Это очень приятно. Бывает, звонят, бывает, пишут, благодарят за наш труд. Это очень приятно. С особой благодарностью сотрудники архива вспоминают своих ветеранов. Особую роль в становлении и развитии учреждения сыграл полковник Василий Дмитриевич Кривец. Он отдал архиву более 40 лет жизни, 20 из которых занимал руководящие должности. Неоценимый его вклад в сохранение истории войск. Благодаря ему в архиве было сконцентрировано огромное количество литературы, в которых отражалась уникальная судьба военнослужащих, многообразная служебно-боевая деятельность войск и другие аспекты. Я застал Василия Дмитриевича, так сказать, когда я пришел сюда, будучи рядовым. То есть за советом всегда, как нам мне говорили старшие товарищи, у нас есть ходячая энциклопедия, если чего-то ты не знаешь по архивным документам, иди спроси Василия Дмитриевича, он тебе все расскажет. И действительно, Василий Дмитриевич никогда не, так сказать, не ограничивался односложными ответами, а мог подробно объяснить, где какой материал необходимо посмотреть и почему именно там необходимо посмотреть и для чего тебе это в дальнейшем потребуется. При его непосредственном участии были опубликованы многие фундаментальные издания. Очень большое количество книг было посвящено истории образования, становлению и развитию внутренних войск в разные периоды времени, начиная с момента образования внутренней стражи в 1811 году. Василий Дмитриевич очень большое и особое внимание уделял теме Великой Отечественной войны. При его участии была издана книга памяти внутренних войск. Это 13-томное издание, в которое поименно внесены все военнослужащие войск НКВД на тот период, впоследствии внутренних войск, которые погибли во время Великой Отечественной войны. На свое 80-летие Василий Дмитриевич посадил березу возле архива. Эта береза для нас является таким неким символом, памятью о человеке, который многие годы служил здесь, в Центральном архиве. После ухода в отставку работал на гражданской должности, вплоть до своего ухода из жизни. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии ежедневно выполняют боевые задачи, стоят на страже тишины и спокойствия в государстве. Все, что происходит в войсках, отражается в документах, а значит, попадает на страницы боевой летописи войск. Эту летопись бережно хранит для будущих поколений войск правопорядка Центральный архив войск Национальной гвардии Российской Федерации. Без истории у нас нет будущего. Наш архив центральный является непосредственно хранителем истории наших войск. На первый взгляд, работа военнослужащих Центрального архива может показаться незаметной. Но если углубиться в порядок и организацию этой работы, это большой объем задач, которые ежедневно выполняют военнослужащие архива. Без выдающегося коллектива и без дружного коллектива выполнить эту задачу просто невозможно.